Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам расскажу немножко и покажу свою новую работу. Эта работа не законченная. Я еще буду здесь прикреплять вот такие вот листочки побольше. Здесь будет еще цветоножка. Это не законченная работа. Делала я их из всяких-всяких вот таких вот кусочков, остаточков. Я их не выбрасываю. Все в дело, все в работу. И получился вот такой вот красивый, как будто бы как янтарный цветок. Кому понравилось, оставайтесь со мной на канале, подписывайтесь. Я буду продолжать делать красивые, интересные и фантазийные цветы. А на этот цветок я еще сделаю мастер-класс. А сейчас всем пока, до новых встреч!